один из уникальных специалистов лаковой миниатюры 21 века, член Союза художников России, призер международного конкурса лакового искусства в Японии в 2014 году, победитель проекта «Современное наследие России» Юрий Вячеславович Петров родился в 1970 году в Калуге. Искусство лаковой миниатюры изучал в Палехском художественном училище. Затем несколько лет работал в поселке Пале. В сотрудничестве с ювелирным домом Елены Цветковой художник сделал целую серию ювелирных вставок из папье-маше с лаковой росписью. Серьги-корабли и палех были бы абсолютно невесомы, если бы не золотые рамы оправы с сапфирами и подвески с бусинами жемчуга. Достигнув совершенства в направлении классической палехской лаковой живописи, Юрий Петров проявил интерес к мировому лаковому наследию, стал изучать японские и китайские лаки, представленные в коллекции Московского музея Востока. В 2010 году он знакомится с экспертом мировой лаковой миниатюры Моникой Коплин, возглавляющей музей лаковой миниатюры в Мюнстере. Искренне пораженная талантом русского мастера, Моника Коплин дает рекомендации Юрию Петрову для участия в международном конкурсе лаковых миниатюристов в Японии, а в 2019 году устраивает его первую персональную выставку в Германии. Орнамент в его работах с торцевых частей и рамочных элементов, характерных для палехской росписи, перемещается в центр композиции, особенно в ювелирных вставках. Брошь «Цветок папоротника» решена в сложной многослойной технике резьбы по кости и лаку. В качестве основы для росписи мастер использует папье-маше, дерево и перламутр. Он сочетает декоративность и сложность детализированного рисунка палевской миниатюры со свободным пространством, воздухом, фона, словно следуя заповеди японских живописцев. Пустые места на свитке исполнены большего смысла, нежели то, что начертала на нем кисть. Он часто декорирует не только внешние видимые части шкатулки, но и функциональное внутреннее пространство. К примеру, в шкатулке «Синий вальс» художник комбинирует рельефный лак и лаковую живопись на внешней стороне крышки с плоскостным матовым, полуматовым и глянцевым лаком на внутренней части крышки и внутри коробки. Основы шкатулок и ювелирных вставок Юрий Петров заготавливает из картона лиственных пород, дерева и льняного масла.
В технике папье-маше. На подготовку одной основы уходит до 2 месяцев работы. Шкатулка «Мастер и Маргарита» декорирована крупной вставкой из шпона красного дерева с грейзальным изображением осеннего парка с дворником. Благородная структура дерева создает добавочный эффект ветра, непогоды, подчеркнутой тонкими штрихами резца и летящими листьями. Кленовые листья из рельефного лака с сусальным золотом деликатно обрамляют сцену. Листья находятся в нашем мире, дворник и сад за его границей. Блеска сусального золота в росписи мастер добивается с помощью полировки волчьим зубом или кусочком агата. Произведения Юрия Петрова находятся в музеях России, Германии, Японии, в частных галереях и коллекциях. Он является единственным в России лаковым миниатюристом, владеющим 250 разновидностями лака. Входит в десятку лучших художников мира. При этом Юрий Петров постоянно экспериментирует и изучает новые творческие и технические направления в мировом лаковом искусстве. Тем самым создает симбиоз мировой культуры с русскими народными традициями. Усложняя цветовую палитру росписи, Юрий Петров находит все более изощренные способы добиться ее живописности, усложняя технические приемы.